Здравствуйте, мои дорогие телезрители! Снова с вами Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. И находимся мы опять в раю кожаных сумочек. Посмотрите, сколько удовольствия я вам приготовила. Посмотрим новенькие сумочки, так скажем, пусть слюнки потекут, готовьтесь, кто хочет заказывать. Еще раз напоминаю, может быть, кто-то впервые на моем канале, все, что вы видите, что я показываю, вы можете заказать у меня. Свой WhatsApp номер я оставляю под видео в описании, а также закрепляю мой комментарий под видео. Там вы найдете всю информацию и номер телефона в WhatsApp. Пожалуйста, звоните только по заказу, по делу. Спасибо за уважение и за понимание. Начнем просмотр. Смотрите, вот это вот сумочки. Это кожа коровы, сделана под питон. Посмотрите, какая она красавица. Так, давайте посмотрим, что внутри. Внутри, значит, два разделения, да? Карман посередине еще с замочком. Так. Здесь еще потайной карман спереди. Это кожа замша, но она такая плотная. Плотная такая, видите? И вот это кожа коровы. Я вам уже сказала, что это теснение под питон. Вот так вот здесь закрывается на кнопке. И обратите внимание, здесь ручки из цепочки. Можно носить вот так эту сумочку. Очень удобно. Давайте мы ее закроем. У меня просто одна рука. Видите, очень удобно. А также я так думаю, что цепочку можно удлинить. Вот таким вот образом. Это бордовый цвет, мои дорогие. Очень благородно смотрится. А также это модели есть в черном цвете. Есть в красном цвете. Розовый. Тоже красивый цвет очень. И бежевый. Вот так, давайте поставим на место эту кроссовку. Вот такая вот следующая модель. Это кожа коровы с тиснением под крокодил. Давайте посмотрим внутри. Вот так она открывается. Внутри два отделения. Посмотрите, она вроде бы крохотулька, но очень вместительная. Внутри тоже карман стандартный. Есть еще один кармашек сбоку. Ой, сколько здесь кошельков. Вот так она закрывается очень легко. То есть она уже закрылась, да? Угу, да, закрылась. Значит, ремень достаточно широкий, очень удобный. Сейчас я вам покажу, как она выглядит на плече. Потом покажу вам, в какой цветовой гамме она есть. Вот, посмотрите, вот так она выглядит, эта сумочка. Миниатюрная, удобная. Все, два отделения внутри. Так, она есть в розовом цвете. Очень красивый розовый цвет, мои дорогие телезрители. Очень красиво смотрится, особенно на лето. Так, дальше здесь коричневый и черный. И цена этой сумки 75 евро. Вот такая вот следующая модель. Вот такой вот принт интересный. Это кожа натуральная, мои дорогие. Здесь не кожаных вещей нет, как вы заметили. Здесь кожаный магазин, специализированный только на коже. Вот, поэтому здесь в Флоренции очень много изобилия кожаных сумок. Поэтому вы попали прямо на тот канал, где я буду показывать очень-очень много сумок. Вот, каждый день другой, каждый день у меня все новое. Поэтому наслаждайтесь, смотрите. Ну, конечно же, кто хочет, тот приобретает, да, мои дорогие телезрители. Вот, значит, я показала, да, как она сделана, двойная ручка. Размер уже видно, да, что он такой не маленький, средний, да. Ручка-удлинитель тоже есть. И
И там тоже разделитель есть, и карман есть боковой, и два кармашка стандартных с другой стороны. Есть вот такой вот красный цвет, тоже с принтом вот таким. Нет, знаете, здесь не принт, здесь тиснение. Здесь идет тиснение, такое выпуклость. Но это тиснение не ручной работы, а фабричное. То есть это машина тиснение делает. Но сами понимаете, тиснение ручной работы – это очень трудоемкий труд. Поэтому стоила бы такая сумка ручной работы около 500 евро. Да? Поэтому это идет кожа. Натуральное тиснение фабричное. Сейчас я вам скажу, в какую цену эта сумка. Смотрите, вот такая вот модель. Знаете, я буду показывать со временем все модели, но просто сейчас, видите, я выборочно выбираю то, что мне в глаз так вот ложится, я показываю вам. А так здесь все модели достойные, все красивые сумки. Вот такая модель, ручка-удлинитель внутри. Так, цвет есть желтый, красный. Так, это коричневый. А внутри фуксия и черный. Видите, здесь даже уже указано, вот ручка, удлинитель вот так вот, видите, ремешок длинный достаточно. Сумка такая, знаете, небольшая, не маленькая, средний размер. Сейчас я вам покажу, как она смотрится внутри. Давайте, так как я уже вот около зеркала, покажу вам сразу, как она смотрится с ремнем, да? Вот, и сразу, ну, чтобы вы видели размер, да, понимали, как она. Вот такая вот сумка, подставочки, то есть все. Смотрите, как она выглядит. Я покажу вам сейчас ее внутри. Эта сумка стоит 65 евро. Кожа коровы, гладкая кожа. Внутри разделитель, карман стандартный сзади. И здесь, с этой стороны, тоже два кармашка. Достойная сумочка. Так, следующая модель вот такая, она стоит прям рядом, поэтому я уж ее покажу сразу. Смотрите, сколько цветов красивых. Это вот такой вот голубой. Голубой цвет, коричневый. Фангу, это такой вот бежевый, мышиный цвет, черный, красный. И вот такой вот под крокодилом. Видите, там звездочки еще рисуны, такой стамп есть. Есть еще бордовый цвет. Бордовый такой благородный цвет, красивый. И все, там уже идет другая модель. Красивая сумка, удобная. Сейчас я вам покажу ее внутри. Ну, внутри, смотрите, просто поподробнее покажу. Она открытая. Да, разделитель тоже есть. Видите, перегородочка. Перегородочка, видите? Карман. И стандартный карман с молнией, открывающий Modern или, как всегда, ручка-удлинитель. Я вам сказала, VRP или Modern или это такой логотип, там кожа Sofyan. Это вот такая вот она, рыхленая немножко. Здесь это модно. Даже в брендовых магазинах кожа тоже делают такой. Так, по цене, значит, она стоит 65 евро. И сейчас я вам покажу ее со стороны, чтобы вы понимали размер. Вот так. Красивая сумка, красивая. Покажу вам сразу вот такую вот модель. Это сумка-рюкзак. То есть ее носишь как сумочку. Здесь видите ушки, то есть удлинитель, ручку сюда вдеваешь, носишь как сумку. А также здесь кольцо, можно ее носить как рюкзачок. Так, цвет, значит, это светло-серый. Дальше идет красный. Заметьте, что здесь идет кожа такая, как замша. Но это кожа коровы, просто она вывернутая. Вот. Видите, она двойная, так сшитая и вывернутая. То есть вот эта гладкая внутренняя часть, вот
так вот делается замши. Так, а здесь идет кладка коричневого цвета, желтый, темно-шоколадный цвет, розовый и вот такой вот цветной принт. Вот такой красный цвет. Заметьте, здесь гладкая кожа, а здесь вот такая вот. Видите, так вот гладенькая и такая. Есть розовая еще и бежевый цвет. Смотрите, покажу вам ее в зеркало. То есть она будет выглядеть вот так, если вы оденете ремешочек на плечо. Вот так она будет выглядеть, если вы в руках будете носить ее. Ножки тоже есть, все это есть, как полагается. И сейчас я покажу вам внутри по цене. Эта сумка-рюкзак стоит 70 евро. Посмотрите, открывается вот так. Ну, как я говорила, удлинитель ремешок, да? Че, малышка, иди на место. Смотрите, мои дорогие телезрители, уже не буду просто отдельно показывать, потому что внутри прям одинаково, я уже посмотрела. И цена тоже одинаковая, 70 евро. Единственное, что здесь меняется, это вот сверху. Смотрите, здесь замок вот так, а здесь замочек вот так. Здесь ремешок нужно вытащить вот так вот, да? И, соответственно, открывается. Видите, еще кнопочка внутри. А внутри также и носится тоже как сумка и рюкзак. И цена тоже 70 евро. Я просто уже по автомату показала вам, да, вот это вот, они рядом стоят. И поэтому даже я удивилась, почему это кожа так, а это так. Здесь видите замш и, ну, такой плотный двойной замш, да, как набук такой твердый. И гладкая. А здесь идет софьяна. Такая кожа, вот с такой обработкой, называется в Италии софьяна. Имейте в виду, вот цветовую гамму я вам показывала. Дальше идут вот такие рюкзачки. А, вот он в желтом цвете, в бордовом цвете и в красном. Очень интересный рюкзак, удобный. Я люблю такую кожу. Ну, это на любителей, например. Я люблю вот такую мартеллато. Да? Мартеллато это когда вот такая. Объясню, почему это такая кожа. Эта кожа берется, ну, как мне объясняли, где в части живота, а гладкая кожа берется из части спины, поэтому вот так. Сейчас я вам покажу внутри, все объясню и скажу цену. Так, этот рюкзак стоит 75 евро, он очень удобный, здесь кожа плотная, здесь мягкая, здесь, значит, карман. Сзади тоже карман, еще в дополнительный диспетти карман, Италия, Флоренция. То есть этот рюкзак носишь как сумку, видите, как сумку. И, естественно, вот здесь вот как рюкзачок. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Вот такой вот размер. Я еще раз повторяю, что я очень довольна моим телефоном. Вот я как только вот пользуюсь, особенно вот вечером, я вот часто так не пользуюсь вечером, потому что съемками я в основном днем. И вот благодарна, конечно, Виталику. Большое спасибо. Посмотрите, какое качество. Здравствуйте. Это мне машет рукой ресторанный. Спасибо ему большое, огромное большое спасибо. За его, ну, за все. Посмотрите, какое качество. Тот телефон у меня так ночью не снимал.
Ладно, мы продолжаем. Это Виа де Нери. Посмотрите, сколько народу. Я вам говорила, что скоро начнется. И вот я вышла из магазина, и уже все столики заняты. Остерия Филетто. Называется ресторан. Вот так вот люди мило сидят, выпивают вино, общаются. Прелесть. Вечерняя Флоренция очень красивая. Прибавляются свои краски от стен, от огней, исходящих из ресторанов. И это придает особенную красоту, потому что, ну, сами понимаете, в центре Флоренции это исторический город, и эти краски, они просто, ну, как сказать, подыгрывают, да, еще больше. Ну, а я получаю удовольствие от съемок, конечно, потому что раньше я этого сделать вечером не могла. Кстати, хочу сказать еще по... По моему опыту, когда я езжу вечером, работаю, там очень много красивых девочек, ну и мужчин тоже, в основном девочек, да, одетых хорошо. Почему? Потому что в основном вечером одеваются красиво, выходят в рестораны, поэтому вечерние стрит-стайлы, конечно, получаются очень красивыми. Как только у меня будет возможность, я обязательно буду такие стрит-стайлы делать для вас, мои дорогие телезрители. Все со временем. У меня еще много времени. Поэтому вот так вот любят сидеть, бар. Посмотрите. Столики, коктейли, прелесть.